ты еще свои дослы. И я не понял, я не помню, как камнем упал удар, как искрят сигареты. Ангел играл нам джаз, со всеми до рассвета. Yeah.
осколки, как всегда разбившихся надежд. Во. Но страх лишь в голове, а в жизни только. Нами любовь, между нами любовь, между нами любовь, бесконечная любовь. Съемка-то вообще. Да. Вот он вторую тоже должен тогда пропускать, да, и тогда будет зашибись. Да. Давайте шаг до. Квартиры, расписаны
как ты, очередной звезды. Какое-то место типа для задника снять, чтобы Дима вместо картинки это пришел. Слушай, мне нравится, что у тебя там четыре. Да. Ага, чтоб мне, блин, не жахнуть в первую. И вот этот выезд очень хорошо. Давай еще раз. Еще раз. Следующая. Любовь-то я. Любовь-то я.
начало песни, а надо то есть мы отыграли, где слова, где слова, ну где могли быть слова, у нас же да, я так просто, я понял, да, я там уже вступал на, я на словах, нет, Антон, не на словах, а раньше, а сначала вы, типа, мы отыграли, ты, квадрата. Да. Короче, посередине ты был, и потом с нами. Да? Ну, смотри, смотри, вот я вам не слышно был, какой звук у него получается. Сейчас. Хороший был. Хороший был. Он не мешал, поэтому все в порядке. Да. Давай дальше, да, сыграем. Давайте так. Дальше. Чужими слезами. Сейчас скажу такая.
Так-то было какое-то мясисто. А так сразу у тебя ограничение как бы. Еще запаришься трясти. Ну там да, там. Я так могу сразу, допустим. Это у вас какая-то новая, да? Да нет. А мы играли разве? Да. Да. А я где был? Это вот, блин, на DVD смотри. А я где был? И нету на А, подожди, может я на шейкере играл? На шейкере, конечно. Там, по крайней мере, на самом деле, когда кто-то меняет хоть одну ноту, то блин, я это так вообще слышу. Да? Серега, ничего не меняй. Это уже впечатлено, это вообще так уже в ушах осело. Когда шаг вдох, ты что-то стал по-другому вообще, я просто чуть не умер. Вообще не то, да? Ну просто это уже так режет, то есть, ну как бы эти версии, они... Я сейчас, я тоже послушаю. А покрепишка. Ну там на самом деле, вот в бесах там пара таких тем очень перкуссионных. Я послушаю. Типа надо гиена послушать. Там, джига. Гиена, да. Веселенькие вот эти. О, блин, как я это поставлю? Ну, 20.
26 июня. Что делаешь после завтра в пятницу? Работаю в Изибаре. Не хочешь послушать честный рок? Что это? Вы играете где-нибудь в 85? А? Не, надо бабок зарабатывать. Как же честный рок? Честный рок? Чесночный рок?